Алло. Ну, 2-2. Ага. Ну, да, и ошибки есть, конечно. Вот, а так, ну, да, нормально. Ну, пока борется. Ну, да. Ну, Катя вчера хуже с ней играла, да. Посмотрим. Ну, ей, видишь, надо еще, чтобы она уверена была в ударах своих. У нее просто за неделю все равно техника разболталась с корзинками. Сейчас скажет. По 30. Ну, друг за дружкой идут. Да нет. Ну, научились, в принципе, бороться там за каждый мяч. Вижу, что... Ну да, да, раньше все равно сливают. И у нее вот эта вот фигня прошла, которая вот она во время игры проваливалась. Помнишь, когда она, я тебе рассказывала? Я думаю, что это такие защитовидки. Все равно мы ее подлечили сейчас. Ну, вот еще проверили. Мне кажется, из-за нее больше вот что еще на это отвечает. А что за это еще отвечает? Только что... Ну вот. 30-40 Дашка идет. Поэтому еще бы ей, конечно, хорошие удары четкие. Ну, слава богу. Соседи хотим. Угу. Она меня попросила. Дашка выбрала, взяла время. 3-2. Молодец. А ты не из Екатеринбурга? Нет? Как играешь? Как играешь? Как сыграла? Молодец. Вау! Молодец. Гейм Лабинцева 4-2.
Молодец.